Всем привет, друзья! Сегодня я вам расскажу о почти идеальной коляске для путешественников на теплое время года, для торговых центров и за очень невысокую цену. Коляска на сегодняшний день будет рассмотрена с вами Baby Design Sway, называется она, и стоит она на текущий момент 9950 рублей. Это очень небольшая цена для такой коляски, но она, как я сказал, почти идеальная. В обзоре я вам покажу один, всего лишь один, учитывая стоимость, недостаток. Так что, если интересна вам подобная колясочка для теплого времени года, да и, в принципе, для текущей зимы в Питере уж точно подойдет. Вот, так что садитесь поудобнее, будем изучать. Ну, собственно, что, начнем с вами изучать Baby Design Sway. Как я уже сказал, колясочка идеальная практически, только с одним минусом. Ну, насчет того, что она для теплого времени года, я немножечко, по-моему, погорячился. Мне кажется, ее можно круглый год использовать, но только без вот такого конкретного снега. Вот, а так в целом вполне себе нормально. Просто много уже я видел, вот, подобного рода коляски зимой катают, в принципе, все окей. Так, ну, собственно, давайте с вами будем ее изучать. Давайте только смотреть на нее сквозь цену. Вот я вам показал, сколько она стоит, и вы, соответственно, уже смотрите на нее, зная, держа в голове, сколько она стоит. И поэтому она практически идеальная. Так, что касается ручки. Здесь у нас мягкий материал, и ручка не регулируется. Вот, пожалуйста, в эту стоимость, ну, требовать этого не стоит. Соответственно, в козырьке у нас есть смотровое окошко с москиткой. Сзади у нас есть с вами неплохой, достаточно глубокий кармашек для телефона, салфеток, книжечки, еще чего-то. Так, вот, собственно, сам козырек. Он, на мой взгляд, достаточно большой. Вот эту секцию можно задвинуть. Вот таким образом он у нас регулируется. Так, с козырьком понятно. Что касается тканей. Ткань здесь, вот она тактильно приятная, но она жестковата. Сама по себе такая толстая получается, но она, естественно, износостойкая и такая грубоватая. Но если вот просто проводить, раздражение никого не вызывает, достаточно приятная на ощупь, но жесткая. Так, что касается задней части, кармашек я вам показал. Плюс мы можем сделать вот таким образом и, соответственно, освободить место для проветривания малышу где-нибудь на море. Будет очень актуально. Так, что касается у нас самого сидения. Вот вы видите само сидение, как реализовано. Система регулировки здесь обычно ремнями в сторону разводим, и она поднимается, ну и наоборот опускаем. Соответственно, спиночка, пятиточные ремни с мягкими накладками и на паховой зоне, и на плечевой, с этим все отлично. Бампер. Бампер здесь из минуса, он не откидывается как калиточка, его нужно снимать. Но зато есть перемычка, можно особо сильно не пристегивать ребенка, перемычка не даст ему занырнуть под бампер. В этом плане все окей. Видите, мягкая подушечка под голову ребенка. И вспоминаем цену, подушечка под голову ребенка. Так, подножка у нас, естественно, регулируется. Вот здесь у нас типа брезента что-то сделано, чтобы меньше пачкалось. Опять же, это даже не во всех дорогих брендах вот так вот заботится об этом. Имейте в виду. Так, что касается наклона. Вот тот самый ее неидеальный момент. Мы опускаем. Вот, видите? Кто-то хочет, чтобы полностью было хотя бы 170 градусов. Здесь нету 170 градусов, здесь 155 градусов. Вот этот вот момент делает ее не идеальной, учитывая ее стоимость. Ну, как по мне, в принципе, ребенок, если хочет спать, он прекрасно поспит и в таком положении. Да, не кроватка, но она недорогая. Поэтому можно с этим жить, я думаю. Так, что касается самого шасси в колясочке, давайте посмотрим на амортизацию. Спереди есть. Давайте посмотрим, что сзади у нас с этим происходит. И сзади амортизация у нас есть. Что касается тормоза, здесь у нас вот
с двух сторон маленькие педальки, но это действительно очень маленькие педальки. Вот таких маленьких я на самом деле нигде еще не видел. Они прям вот такие малюсенькие. Ну, какие есть. Так, давайте посмотрим теперь с вами на багажное отделение. Как по мне, багажник в ней просто отличный. Смотрите, к нему хороший доступ. Это очень круто. Видите, если я поднимаю спинку, здесь баскетбольный мяч, арбуз большой поместится. И здесь жесткие проставки в багажнике, чтобы он не провисал. Это тоже на самом деле очень круто. Он глубокий, стенки боковые высокие и крепятся они, видите, к раме. И ничего вываливаться не будет. По-моему, отлично. Кстати, передние колеса блокируются. И у нас здесь есть подножка для ребенка. Так, в общем, в этом плане огонь. Но подтверждение моим словам о том, что в принципе ее можно использовать даже зимой, без глубокого снега, это наличие в комплекте вот такой вот, я бы даже сказал, очень теплой накидки на ножке. Она, видите, закрывает вот отсюда, и снизу, получается, ребенку не будет поддувать. По-моему, отлично. Плюс накрыли козырьком, чем вам не вариант для зимы. Вот, поэтому еще один плюсик в копилочку Baby Design Sway. Так, теперь давайте посмотрим, как она складывается. Чтобы ее сложить, здесь сбоку есть вот такая вот кнопочка, рычажок, назовем его так. Оттягиваем его. И под сиденьем дергаем за ремешок. Вот, собственно, 5,8 килограмм весит коляска. 5,8 килограмм. Вспоминаем цену. Обалденно. 5,8 килограмм. И для путешествий, ну, сам доктор прописал. Обычно все немножечко дороже подобного размера и функционала. Ой, не дороже, а тяжелее. Так, раскрываем. Здесь фиксатор срабатывает. Отжимаем. Все, в путь. Ну вот, собственно, все, что хотел о ней рассказать, я вам рассказал. Как по мне, стоимость и качество просто на идеальнейшее соотношение. Насчет угла наклона, вот сразу это имейте в виду. Но, по-моему, с этим можно прекрасно жить, и все в порядке. Вот. Если вы, конечно, не пятимесячного ребенка соберетесь возить, то хотелось бы, конечно, чтобы больше наклон был. Но если уже постарше, то этого достаточно, чтобы ребенок нормально, в принципе, поспал. Вот. Ну, естественно, выбор, как всегда, за вами. Большое спасибо, хочу сказать, что посмотрели этот обзор. Если он вам был интересен и полезен, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал. И в заключение, спасибо первой коляске за предоставленный обзор Baby Design Sway. А вам хочу пожелать хорошего грамотного выбора в колясочке для вашего ребенка. До свидания.